Після тривалої хвороби пішов з життя почесний громадянин міста Славутича Андрій Трофимович Зіненко. Все своє життя він віддав служінню атомної енергетиці. З 1984 по 2000 рік був незмінним начальником електроцеху Чорнобильської АЕС. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, нагороджений орденом за заслуги другого ступеня. Сам-то я з України, значить, з Сумщини, і рекламу не різного роду, там статті, от перша на Україні атомна, там романтика. Ну і вирішив спробувати. Це в 73-му році. А, тобто якраз тільки-тільки почалось строїтися, так? Да, як звичайне діло. Не успіваєш на роботі просмотрети всі бумаги, документації, куча, береш з собою домой. Так же і в эту ночь. Прийшов, лег, лежа вже смотрю там всю документацію, і дзвонок. Телефон, непрерывний дзвонок йде. Я понял, що там что-то неладно. Телефонистка немедленно прибыть на станцию. Ответственным оставался заместитель мой по эксплуатации второй очереди, это как раз четвертый блок, его Лиличенко. А, Лиличенко. Да, Саша. Он оставался там. Я ему звоню. Что там произошло? Телефонистка только что звонила. Ой, давай быстрей сюда, тут творится такое, я еще никогда и не читал, и не видел, и не думал. Обрушение строительных конструкций в сторону ряда А, там наш весь трансформаторный парк стоял, блочные трансформаторы, трансформаторные собственные, резервные, все это стояло. С южной стороны? Да, да, да. Технологи требуют питания, питания не можем все дать. Заливает все наши потоки, а основные магистральные, 6 кВт в основном, шли по низам, минус 4,2, 4,6, по низам идет, там затапливает. Кроме того, что там разрушение технологических трубопроводов льет, это само собой, и все куда, и все туда же вниз, естественно. Очень много пришлось сил потратить с этой водой. Пока там разобрались, откуда-то поотсекали это, а там уже эти наши магистрали все были залиты. Уже пришлось потом днем, там ремонтников навызывали, мудрили всякие схемы там. Потому что даже не только кабели, а и вот 6-киловольтные экранированные токопроводы, по которым идет питание от трансформаторов. 20 на 6 кВт от рабочих трансформаторов, от резервных. Некоторые тоже в воде уже. Интервью с Андреем Трофимовичем Зиненко смотрите на YouTube-канале «Кофе со вкусом Чернобыля», а также в четверг, 11 ноября, на нашем телеканале после выпуска новостей ЧАЭС.